Я хочу умереть и этот видос на YouTube загрузить. СБУ симулятор. Да ты просто не попадаешь. А еще один из них где-то, видать, под нами. Пока ты пиздел. Прикольно. Ура, у моего руки двигаются. Мой вообще тоже он двигается в целом. Я его ножом режу. Боевое это ближнее оружие качаю. Думаешь? Наверное. Но тучка вроде проходит. А граната нету? Нету. Но игра все еще в бете, вы не понимаете. У меня в трессе, кстати, они баг поймали за снега. Угу, верим. Ты оружейный ящик пролутал около первого? Не знаю. Там, блин, бегаешь, фармишь, пока я херней-то занимаюсь. О, смотри, второй баг. Смотри. Почему же ты перелез? Нет, вот сейчас перелез. Когда стало, коснулся ногами. Не знаю, я спокойно это перевожу. Ну я на первый пошел, че ловить-то? Мобы бессмертные. Этот, я снизу лестницы скину пару лута хорошего. Только денежку не потеряй, ладно? Какую? Вот, денежка, дробовик и рукоятка хорошая. Нахер, я сейчас сам пойду искать что-нибудь. Бери их. Ну пускай тут лежат тогда, я сам заберу на обратном пути. Если не убьют сейчас одним патроном. Мда, вот это мы любим, это хорошая игра. Не, реально, это надо на YouTube выложить. Покайфовать. Вот только где-то есть еще другой именно отступник. Не такой независший. Не, внутри. Какая разница? Эти тоже сначала были независшие. Помнишь, они фразу нам вкинули? Мы с тобой услышали. Это не они вкинули. Это они вкинули. Зависшие это, не вкидывают. Это левый вкинул. А может, это ты независший? А если их с АГС ухерачится с первого ангара, я не смогу повернуться? Пробуем. О, труп. Дикий, притом хорошо одет. С АУГом. Это он нас от ступосов спиздил. С МБССкой. АУГ хороший, кстати. Это что такое? ПНБ? Что такое ПНБ? Как этот регенератор очень сильный. Не как пропитало, зеленые какие-то ГТГ, по-моему. Да, какие-то ГТГ он хилит охуительно. О, бля. А почему уго режим огня не переключается? А, не палатка, лол. Y зажми. А чинить будем? Зажми, бляха, муха. Зажал. Наконец-то. Тогда надо зажать, подержать его и потом только он через 10 отпустить. Тут кто-то ходит рядом. Это лапа магнум? Нет. 5,7 на 28 это что за патрон? Это для П-90. Для П-90, я помню. Блять, вот что я не пошел с тобой? Не знаю. Дурачок? Цыц. Ок. Дурачок. Ок.
Я тут лутаюсь вкусненько. Это мне? Это все мне? О, гранатка. Что с калашом? Да забей, меня сейчас один хер какая-нибудь тварь убьет с одного патрона. Я ж в тарков играю. О! Я даже не слышу, что ты их стрелял. Потому что у меня глушак. А, точно, у меня замушек нет. У него офигенный зенит калаш, кстати. Пипец. Угу. У меня есть граната, но я не хочу умирать сам. Так. Я забираю обойму и матывать сюда нахер. Ворота промзон уже у нас есть, надеюсь? Нету. Того как. А у тебя есть, да? Зашибись, папаша. Это у меня-то первый этот уровень есть. А у тебя нет там? Вон, смотри. Схрон, а, ну понятно. Я не помню, куда именно идти. Вон туда же, да? Да. Тут мин нету? В основном нету. В основном. Это что за прицел такой хороший? А, ПС 320 Валдай, нихера. Смотри, какой прицел блатной. Я знаю. Офигеть. Про Валдай мне уж не рассказывать, я знаю, что это охуенный прицел. Так, я куда-то не туда лезу. Вон туда же мне, да? Да, туда вот. Да. С правой стороны обходи. Высосали. Рыба тут нихуя не было. Так, надо запись. Поздравляю, ты попадешь в видос. Обрежь. Да мне впаду. Я бы прям так закинул на сырую. Показать стоит.